Я декан небольшого факультета с точки зрения выпуска, но самого большого с точки зрения ваших завтрашних преподавателей, то есть в нашем факультете сосредоточены все общеобразовательные кафедры. То есть это те кафедры прохождения через образовательные программы которых мы теряем наибольшее число студентов. Я не буду повторяться. Празднуйте сегодня, празднуйте завтра, празднуйте послезавтра. Понедельник – день тяжелый. Давайте с понедельника, не откладывая, начнем вот этот долгий, надеюсь, путь. И слова о том, что вам дадут, а вы возьмите, ну, я бы их немножко все-таки поправил. Взять знания невозможно. Это действительно тяжелый труд по их перевариванию, усвоению, перемалыванию. Я очень вам желаю научиться здесь трудиться. Не все далеко освоили эти навыки в средней школе. Очень надеюсь, что мы поможем вам в этом процессе. Не бойтесь ничего. Я хочу вам пожелать ничего не бояться, ставить перед собой самые высокие цели, не бояться трудностей, преодолевать их, и все будет замечательно. Успехов вам в учебе в первую очередь!